Сделаем красивую рыбку кои. Делается легко. Берем лист размером 150 мм на 100. Эту линию заложим наверх. Теперь эту линию сюда. У нас здесь центр. Эту линию теперь к центру закладываем. Ориентируемся по этой линии, чтобы было у нас все ровненько. Эту линию к центру. Повторяем. Раскроем. И вот эту линию тоже теперь к центру заложим. И вот так вот вместе присобираем. И вниз опускаем. Здесь придерживаем и толкаем, чтобы складка не смещалась. Здесь точно так же придержим, толкнем. Есть. Эти уголки загибаем теперь в другую сторону. Этот уголок тоже сюда. Угол. И загибаем таким образом, чтобы у нас вот здесь была точка. А вот эта линия была параллельна вот этой линии. Здесь делаем то же самое. Вот так вот загнем треугольничек, чтобы было легче ориентироваться. И смотрим, чтобы вот эта линия тоже была параллельна. Эту линию мы на эту линию наверх сюда закидываем. И от этой точки до этой точки у нас линия сгиба. Ну, здесь можно так на скорую руку. Уголочек дал направление. Дал и соединил. Вот таким образом. По этой линии загнем. И вот здесь вот эта линия точно так же здесь появляется. Продублируем. Отлично. Вот эта линия у нас на вот эту линию. И загнем. Так, и вот эта линия у нас продолжается и идет на уголок, на нет сходит. Раскроем. И вот эта линия у нас меняет направление, она становится внутренней. Вот таким образом мы ее загибаем к центру. Есть. Это тоже меняет направление, становится наружной. Есть. Вот такая у нас заготовочка уже. Рыбка близко. Эту сюда загибаем. С другой стороны то же самое. На себя. Загнем по этой линии треугольник на себя. В другую сторону, чтобы было легче сейчас выворачивать. И теперь его выворачиваем туда вниз. Меняет направление. Смотрим, чтобы здесь у нас на нет шло. Отлично. Вот эти линии у нас вместе. И до конца сгибаем. Здесь так вот ровненько сформируем. Хвост на одну сторону загнем. На другую. Теперь мы этот угол сюда, на вот эту точку ориентируемся. Загибаем. Ну, тут плюс-минус приблизительно, чтобы вот эта линия была приблизительно параллельна с вот этой. Здесь уже не так важно. И этот уголочек сюда в кармашек вставляем. Есть. Сделаем здесь еще объем вот такой. Подровняем. Можно, чтобы вот так вот держалось получше немножко. Вот так вот прижать. Ну, не сильно, линии лишние не нужны. Просто, чтобы у нас был объемчик вот такой. Все, по сути, рыбка наша готова. Делаем теперь красиво. Здесь мы ее раскрываем немножко. Вот эту штуку заворачиваем. Хвост. Тут сейчас потихоньку, постепенно. Наводим красоту. И все будет красиво. Уже все загнуто. Добавляем объема только. Берем потоньше теперь стерженечек. И еще разочек закрутим. Потом лучше разогнуть, чем докручивать.
так легче будет. Вот этот хвостик тоже для красоты. Я загибаю сюда наружу, закручу. Так, потом разогнем. Сейчас пока предварительно все. Этот вовнутрь я загибаю хвостик. Еще разочек. Вот так вот объем. Почти готово. Здесь еще загнем вот эти сюда. И вот так вот сделаем такие, как рожки, что ли, усики. Вот. И с другой стороны. Просто прижмем. И вот, вот такие усики. Получились красивые рыбки кои. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Жигулев Алексей. Пока! В следующем видео сделаем акулу. Симпатичная. Немножко делается сложновато.